Так, смена. Заряжай. Так, палец не кладем на спусковой крючок. И доклад. К стрельбе готов. К стрельбе готов. В Сестрорецке на базе Центра физической культуры и спорта уже почти год работает стрелковый тир. Здесь можно пострелять из разных видов пневматического оружия, да и вообще приобщиться к этому виду спорта. Ну, во-первых, это спорт. Начнем с этого. И не просто спорт, это олимпийский вид спорта. Только что прошедшая Олимпиада, там было разыграно 6 комплектов медалей в пневматике. И, кстати, наши спортсмены весьма удачно выступили. Наши девушки там завоевали 2 золотые медали именно в этом виде спорта. А вот в этом тире для занятий именно спортивной стрельбой созданы все условия, соблюдены. Во-первых, созданы, а во-вторых, соблюдены все условия. 10 метров, пневматика, все как положено. Это первое. Второе. Именно как офицер запаса я просто уверен, что нашей молодежи, особенно парням до призывного возраста, просто необходимы навыки в стрелковом деле. Мало того, это просто та самая часть общей человеческой культуры, а я имею в виду оружейную культуру, которой должен владеть каждый мужчина. Умение себя вести на огневом рубеже, способность грамотно, четко выполнять команду руководителя стрельбы, дисциплинированность. Вот что на данном моменте главное. Вот что приобретает молодой человек, приходя сюда и занимаясь спортивной стрельбой. Я, как руководитель стрельбы, обращаю на это просто особое внимание. У меня нет никакой вольницы. Все совершенно единообразно выполняют все положенные команды на огневом рубеже. И действуют так, как положено. Это уже дисциплинирует. Это уже приучает к порядку. Второе. Навыки обращения с оружием, повторяю, они во многом сходны или сходны. Что огнестрел, что пневматика. Поэтому они в любом случае пригодятся. Это умение самоконтроля. Прежде чем произвести выстрел, человек должен собраться, продумать свои действия в какой-то мере и степени. Уйти в себя, опять-таки, как я часто говорю, уйдите в себя. И представьте, что в этом мире находитесь только вы, винтовка и мишень. Вот тогда у вас получится выстрел. А нажать бездумно на спусковой крючок, ну, скажем так, на это много ни ума, ни сил не надо. Нет, здесь идет работа. И работа, в первую очередь, над собой. Умение собраться, умение смотреться, вдуматься и затем произвести вот этот замечательный, меткий выстрел. Ну и, соответственно, потом получить удовольствие, наблюдая результаты своей хорошей стрельбы. Хорошо? Хорошо. Так, еще раз подошли к своей мишени, посмотрели. Так, очки пока считать не будем. Так, ну, я считаю, отлично. До первого раза там вообще отлично. Так, ну, тут немножко набросано, но ничего, все равно, все в очках. В общем, в Сестрорецке созданы все условия для занятия спортивной стрельбой. Так что берите своих родственников и друзей и отправляйтесь в тир. Оружия у нас более чем достаточно и обеспечивает буквально все цели. И рядовая стрельба, и подготовка сборных. Чем больше людей будет охвачено вот этим видом спорта, тем лучше и для людей. Ну и в какой-то мере, да не в какой-то, а в прямой мере, для обороноспособности нашей страны. Я, как офицер запаса, мыслю именно такими категориями. Занятия у нас пока, во всяком случае, бесплатно. Приходить сюда может любой желающий, независимо от пола, возраста, я не знаю, рода занятий и так далее. Занятия у нас проходят по понедельникам с 10 утра до 19:30 вечера и по пятницам с 17:00 до 19:30. 2 дня в неделю может приходить, повторяю, любой желающий, ну и получать удовольствие, совершенствовать свои навыки.